Ребята, мы сегодня будем играть в пиксельган. Да-да, именно в пиксельган. И мы, я вам хочу рассказать, будем просто играть сегодня и выполнять задачи. Ведь скоро у меня 21 уровень, я накопил уже. И у меня скоро будет 30-й. И мы, я ролик сделаю, где мы будем испытывать вот эту игрушку. Она вообще капец сильная, 94 эффективности. А вот когда я посмотрел у этого игрушки эффективность, я вообще офигел. 99, почти сотка. Если ее улучшить, то она с одного раза. Хотя она и так с одного раза. Капец. Так что я не буду забирать вот эти награды. Вы спросите, почему? Потому что вот это когда соберу, я вот это все соберу. Мне осталось, кстати, 9, и все, у меня будет. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. Так что давайте начнем первое задание. Так, первое задание. Я сегодня уже прошел, ну, у меня 40 уровень только сегодня. Так, выиграйте, не получив урон с опасной зоны. Ой, подождите. Я шапочку сегодня свою не снимал уже. А случайно нажал не показывать ее. И погнали. Давайте попытаемся. Да, друзья, поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь. Я буду очень рад. Я почти выиграл, я на той стороне все было. Хотя я уже когда-то один раз тут выигрывал. Только там жаль, что у меня не было задания выиграть в королевской битве. Ну, на самом деле, я тут уже один раз выигрывала. Но задания не было, чтобы выиграть в королевскую битву. А знаете, как я выиграла? Я такой беру оружие, иду нападать на пацанов. Такой, вижу, у меня 1 хп, и я уже стою в этой опасной зоне. И они умирают. Они два умирают. Капец, повезло мне. Ну, хотя я тоже убивала в тот раз, но у меня было просто 1 хп. Я не знаю, как мне в тот раз повезло, но я сам в шоке. Так, 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 так. Куда же приземлимся? Угу, туда уже не надо, там уже жестко. Угу. Ну, к нубам я-то не хочу приземляться, я к прохам всегда. Давай. Угу. Так, жарим яичницу. Ща. Ща все будет. Где? Что она там ловит? Опа, это оружка у меня сегодня было. А где это? О. Угу, это тоже. Так, погнали на тачку. Фу. О. Садись. В безопасной зоне. Блин. Не боюсь вот этих. Что они тут? Я по дорожке еду. Стоп, 13 человек осталось. Так, 19 секунд, зона безопасная. Ай, что это было? Вот можно написать? Ладно. Еще раз. Попытаемся. Главное не сдаваться.
Да, я заработаю этот 30-й уровень. Капец, как я его вообще заработала? А, ну по... когда только начался этот боевой пропуск, 17 дней было. А сейчас осталось 3 дня 22 часов. Или нет? Ну я уже не помню, там 3 дня просто, я помню, что было написано. Да, я успею за 3 дня заработать. А если не успею, скажу. Ну точно успею, что мне там... Это... Я успею, блин, а что, блин, ну там что, вот что это? Там на изи, блин, я успею. Правда, задание там, я 30 монстров убил в рейдах. Это было легко, я даже не заметил, как я их убил. Время так быстро прошло, когда я их убил. Короче, там еще в рейдах надо было сыграть 2 боя. Давайте сегодня это задание выполним. Или я уже выполнил его, я не знаю. Стоп, это желтый. А, блин, это гаджет. О, хороший гаджет. Он у меня часто выпадает. Ну. Ох, блин. Ну, босс какой-то. Гаджет все равно напад. И что, от тебя? Вот, блин. Вот вонючка. Ах ты. Тихо, тихо, тихо. Размечтался. Тихо, тихо. А откуда у него сколько оружия, блин? За такое время. 22 человека, у него сколько оружия? Капец, валить надо. 20 хп, посмотрите, я выжил. Нет, надо на приседе, чтобы он меня не... Ладно. Нет! Ну ладно, она рикошетила. Это нечестно, конечно. Угу, вот это. У меня, кстати, одинаковая шапка. У меня такая же шапка. Вот когда вот этот розовый зайчик у меня, конечно, будет, ну, на 30 уровне у меня будет молот, я вот этого зайчика розового не буду ставить, это же девочка. Я с этим только хожу, мне нравится это. А раньше, помните, когда мы только начинали боевой пропуск, там давали нам зайца. Зайца. Ну, этого. Пирата зайца. Он мне тоже нравится сейчас. И он мне раньше нравится. Просто сейчас мне нравится это. Капец. На карту, на карту смотрим. Церковь? Да нет, давай на церковь. Там всегда мне везет. Ну, раньше везло, сейчас я посмотрю, везет или нет. Я на него вообще давно не приземлялся. Тихо, это мое. Мое, говорю. Говорю, мое. О, эта пушка у меня сегодня была. О, бежи. Бежи, пацан, бежи. Я тебя не буду. А, не, буду. Пацан. У меня 9 хп, капец. За кем я бежу? У меня 9 патронов, блин, пацан, я на тебя потратил 100 миллионов, то есть у меня 9 патронов осталось из-за тебя. О нет, бежи, просто бежи. Что я творил? Что? Что? Я что, на этом ходил, да? Так, на машинку будем садиться? Хотя нет, я не слил ни одного. Блин, бежи, просто бежи. Не, давай другое задание, это что-то сильно жестко. Угу.
Давайте. Набери 500. Угу. Не, давайте сюда заходить, а то так не пойдет. Лучше это любое оружие, говорят нам. Любое прям, да? Или нам донесут? Ну, любое оружие. Да не, ну чё. Угу. Вот что я хотела. А не, я говорю. Ну вот волшебная долина, это вообще капец. Я там, конечно, дошел почти до конца, но все вышли, блин. Вообще. Не понимаю человеков, которые выходят. Они вообще. Мягкий город. Опа, вижу, у нас в команде хорошенький. Я сам крутой. Стоп. У меня же не желтая. Или там. Это ж мой старый скин. Меня сейчас показывала мой старый скин. Капец, крутяк. Здоровки. Здоровки, монстрики. Ага. Кстати, кто не помнит, откуда я взял эту пушку из боевого пропуска, я даже веду. Опа. Мы бусика убили, никто меня не должен видеть. Я же взял, да? А нет, это он взял, потому что когда он невидимый, я... Я проверял, что я не могу двигать таран. Ну, когда я играл в этот, где таран нужен. А еще я не могу подбирать всякие вещи. В этой. Так. Уходить-то я умею, убивать-то я этим мечом умею. Что вы делали? Ёлки, вот скажите мне. Ёлки! О, спасибо. Я, конечно... Ну ладно, я просто не хотела, чтобы они меня убивали. Так, ты можешь мне помочь? Вот этот... Блин, у тебя такая же броня, как у меня. О, спасибо, братан. Ой-ой-ой, не за это я тебя не... Спасибо, блин, они все за мной бегут. Чего такие быстрые? Ой-ой-ой-ой-ой. Птицы, ненавижу вас. Крысы. Я их называю крысами всегда. Потому что они, блин, как будто невидимые убивают. Хотя сам невидимый. Но они меня как-то видят. Чуть такие маленькие. Ну, наконец-то. Вот этих я вообще ненавижу. Я их всегда не тронула. Бежу. А чем ты мочишь? Дерево. А что дерево? Дерево. Такого никак. Он сам нарисовался. Дерево. Тут паук здоровый должен быть, а? Нет, его убили. Что это за звуки? Так это он всегда все это вызывал. Я думала, это моя птица. Просто бежи. Просто пошел бежи. О, так ты тут. Как ты успел сюда выбирать? Скажи. Пацан, ты меня... У меня 2 хп и 4 жизни. Посмотрите на меня теперь. Так, пацан, мочи. Ну, это что, кошки? Кошки, здравствуйте! Только не надо меня обнимать. Я знаю, вы хотите пообниматься, но вы заразные. Ой, извините, царь бог. Ой, царь горы. Давай мы вам что-то сделаем. Может, вот так вот. Я знаю, тут, блин, вот тут зомбак лазит одиночный. Давай, пацан, отвлекай на себя! Чё ты ко мне идёшь? Ну, ты что, заразишься, ты не знаешь? Меня
как прикольно, тоже, пацан. Только она эффективно вкусно мало, она слабо. Кто ее выбил из кейсика, то она не слабая. Кто, чтоб знали. Ну-ка, ну все, он забрал уже. Войдите в локацию. Ага. Может, хватит эти приятные звуки издавать? Пиксель, блин. Реально пиксельные звуки. Приятные для меня. А, мы туда прям. Блин, ну посмотрите, сколько у меня до сих пор. У меня 2 хпшки. Но сейчас будет 0 хп. Я так понял, у тебя паук очень большое брюхо. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не. Защита. О, защитка, ты меня спас. А вот это окончание. Вот это где мы будем окончать. Там самый здоровый, блин, босс. Он выше, блин. Ой-ой-ой, посмотрите, сколько у меня хпшек до сих пор. Чекпоинт, ты меня спас. Ну вот, вот эти крысы малые. Вот эти читаки малые. Вот все, я умер. Считай, я тут умер. Хотя, не-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 не. Я выжил. Это как? Это как? Давай я первый вирус соберу. Да, первый вирус готов. Бам, бам. Пропрыгиваем между них. Оп. Ой, извини, я это не тебе сказал. Не тебе. Не тебе. Ах, зажали, зажали крысы. Вот пауки-крысы, а эти четыре крысы малые. Малые! Что, блин, сюда? А вам сюда нельзя, вас сюда... Ага, понятно. Договори. О, так это дерево сюда только пришло, а я самый первый пришел. Угу. А я даже одну вирус. Все соберите все образы вирусов. Вообще-то вирусов намного больше в мире. Это вообще миллиард, блин. А особенно коронавирус самый жесткий. Он пройдет в этом, мне кажется. Угу. Круто, круто, круто! Капец, круто. Паучера, мы же с тобой не до. Вот тут вот прятаться, я знаю. Видишь? Не достала, не достала. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. А на автобус. На басик можно забраться кто-то? Ага. Я рискую жизнями. Ага. Что это? Это четырюги малые. Ну, четырюги малые. Пиксель Гаун, уберите этих читерюгов вообще. Вообще из всей игры вот этих птиц, блин, читерных. Вот я невидимый, вот посмотрите. Смотри. Я не вижу. Вот эти тоже читерюги уберите. Они вообще сильные, блин, читеры, блин. Видят, не видят. Пацик, ой, дерево. Давай. Эх, это же босс. Это босс за живую, которого мы должны были убить. А где? Ой, пацан, такие же у тебя приятные. Образ? Нет, это мой образ был. Один, еще один образ. Дайте мне образ. Дайте мне образ вируса. Который вообще нереальный одного цвета. Угу, я думал, клеешки. А что вообще делают тут вирусы из больницы? Вот эти берут кровь и там вирусы. Это так же самое. А что делают они в супермаркете? Можно вопросик? У них даже апокалипсис начался, когда у них
Хэллоуин был. Вот что это такое? Вот что они тут делали, а? Вот скажите, вот это что такое? Что это такое, а? Олень никому не отмыть. Так, ну блин, вот туда я пойду, конечно. Я даже не боюсь темноты. Вот тележками. Кто это, блин, сделал? Бомжики. Пацик, ты куда, блин, попёр? Там вообще-то выход. А то я думаю за ним пойти, вдруг он что-то секретное знает, на самом деле. Пацик, ты куда шёл, а? Тачку украсть. Ой, куда я нажал? Ужас. Ну, здрасте. Здорово. На этих очень чистые оружие. Не, я не хочу себе тратить хпшки. А мне зачем это? О, вот это мне надо, что у меня все на сотке. Хорошо. Сто километров. Нам вообще-то еще не 100, а 130. Ну, блин, ну. Ага, а теперь нам не 130, теперь нам победить этого. Я даже не знаю, птица, птица зороженная, птица, на которой делали опыты и в маске. Это я. Как там ее? От газа. Вот зачем вы проход вот этот закрыли? Я бы вот так вот удобно прошел уже, вот молодцы. А, тут уже все образы вернули. А нет, мы же Супермен какие-то запирали. Вот интересно, кто это сделал? Вот кто? Вот что это такое? Ух-ка. О-хо-хо! Чудовище у меня. Пацаны, утка, что ты со своим цепьем сюда? Ну, я тоже так умею. Вообще невидимым своим лицом. Ну, не хочу сказать, что этот медь прям такой уж сильный. Но довольно полезный. Можно убить невидимость. Игроки-то не видят, у них же мало. Вот мало процентов, кто играет с читами. О, спасибо. Самый последний, нет, дай мне убить его. Дай мне, прошу, нет, утка. Утка, ну все, это выйдет. Его убил. Не-н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 е. Утка 16 метров от меня. 15, 16, 15, 16, 14, 13, 14. Нет, главное, чтобы у него не восстановились все жизни. Давай, бей его, пацан. Мне главное, чтобы вы его убили. Чё ты не можешь, блин? Я его ещё раз сделаю пополам. Ага, мы выполнили задание, друзья. Котик. Ага. Воу. Давайте-ка заберем это все. Ну, конечно же, это вообще жестко. Ох, ох. Опа, 93. Так, три ворот замка. Можно ли мы выполним задание в... Угу.
Ох. Давайте-ка пооткрываем. Ну-ка. Блин, не все равно вот эти гайки выпадают. Хотя нет, мне когда-то выпал вот этот зверь белый. Погнали, короче, вот сюда и погнали вот сюда. Вот сюда и вот сюда. Сейчас я найду задание и расскажу вам такое. Так, я выйти задание. Захватите два флага, там было написано. И мы сейчас его будем выполнять. Да. Захватить два флага. Там было написано. Стоп, это карта, я уже видела. Главное, чтобы... Бежи. Просто бежи! Так, у меня фраг. Нет! 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 Что вы наделали? Нет, джетпак я использую только когда схвачу их фраг. Не разучка. Блин, пацик, долбни все равно. Ведь они, блин, на этот флаг защищают, как это. Так, будущее, блин. Стоп! Ну вот читера. Господи. Вот я невидимый. И сейчас будет лучше. Меня никто не должен видеть, наверное. Меня никто не должен видеть, наверное. Вали! Нет! Ну что ж, можно сказать? Круто, блин! Почти план выполнился. Но все равно мы проигрываем. И даже мы... Вот пиздели у нас больничка. Друзья, давайте прощаться. Я все-таки буду выполнять задание. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.